76 лет сотрудники госавтоинспекции следят за порядком на дорогах. В честь профессионального праздника более сотни лучших инспекторов области были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Тем, кто наиболее ответственно выполнял свои служебные обязанности, руководство вручило медали и ценные подарки. Среди поощренных оказалось немало и молодых сотрудников ГИБДД. В ГАИ уже вот год. Профессия благородная. Мало кто способен исполнять свои служебные обязанности действительно с ответственностью, действительно с чувством долга. Я считаю, что для нынешней молодежи, для нынешних молодых людей эта профессия должна всегда быть примером. Во время торжественной церемонии была озвучена хорошая новость. Сотрудники городского отдела пропаганды оказались в числе победителей на всероссийском конкурсе, посвященном безопасности дорожного движения. Проект старшего инспектора по пропаганде Натальи Пешковой занял 3-е место. Я разработала проект под названием «Скутер.ДТП.нет». То есть он рассчитан на лето и касается профилактики ДТП с участием несовершеннолетних водителей скутеров. И данный проект занял 3-е место на всероссийском конкурсе. Первое место не присудили никому, 2-е место Санкт-Петербургу и 3-е место мне. Конечно, для меня это была неожиданность, потому что раньше мы не занимали каких-то таких больших призовых мест. В честь профессионального праздника у инспекторов городского отдела ГИБДД рабочая смена будет сокращена на час. И многие из них постараются провести это время с близкими. Ведь слишком часто свои личные дела приходится откладывать ради работы. Любовь Подчерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.